Всем доброго времени суток. Очередная бандероль из Китая. Это Xiaomi роутер R1G со встроенным жестким диском на 1 терабайт. Заказ был сделан на сайте GearBest. Отправлен почтой в Нидерланды. Доставка заняла менее 2 недель в Украине. Что меня очень удивило. Видимо, вся нагрузка с почты Нидерландов и почты Сингапура снизилась, так как новая почта начала доставлять товары в Украину, и поэтому так быстро. Вот такой вот никакой переходничок положили нам. И вот так запакован сам роутер. Я пользуюсь роутером R2D, который новее этого. В принципе, всем доволен. Жесткий диск используется как сетевое хранилище, на которое я скачиваю фильмы, и с него же их и просматриваю. И вот в такой вот коробочке поставляется данный роутер. Ноября 2016 года. Здесь у нас характеристики данного роутера. И вот так вот выглядит сам роутер в коробке. Инструкции. На английском языке. Карточка VIP. По-моему, у меня такая же была и с тем, с предыдущим роутером. Это, я так понимаю, та же инструкция, только на китайском. И здесь у нас идет блок питания на 2,5 ампера, в принципе, такой же, как и со второй версии. И еще один переходник, этот уже получше для наших розеток, такой же у меня шел и со второй версии. Так, ну и здесь больше, в принципе, ничего нет. Вот такой вот роутер сайта GearBest. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.